Мы продолжаем борьбу с паводком. Сегодня в селе Абатское достигнут исторический максимум. На 10 часов утра уровень составил 11 метров 78 сантиметров. Это уже на 30 сантиметров выше рекорда 2017 года. По прогнозу Росгидромета повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров. Вот так сейчас выглядит мост в селе Коркина. Его затопило буквально за 2 дня. Вчера сюда пришла вода, и вот сегодня уже отрезаны, остаются 14 домов. Люди уже эвакуированы, но кто-то все-таки туда приходит кормить животных и проверять свое имущество. Воды здесь очень много. Дорога и мост уже подтоплены полностью.